Богемская рапсодия. Мы вас раскачаем. Мы чемпионы. Кто хочет жить вечно? И другие бессмертные хиты культовой рок-группы Queen исполнили в Ульяновске. На одной сцене масштабную Queen-симфонию исполнили Ульяновский духовой оркестр «Держава» и хор студентов и преподавателей УЛГУ под управлением дирижера Кирилла Ильина. Музыка достаточно сложная для исполнения, и мы разучивали пару месяцев, да, такие интенсивные репетиции. Но, знаете, чем больше ее исполняешь, тем больше она нравится и захватывает, да, находишь какие-то такие интонации. Британский композитор Толга Кашиф создал новое произведение – грандиозную симфонию, состоящую из 13 песен группы Queen. Симфония от первой до последней ноты наполнена восхищением легендарной группы. Стремительный взлет Квинов и Фредди Меркьюри пришелся на юность и молодость композитора и оставил неизгладимый след в его душе. В симфонии «Королевы» Толга Кашиф объединил на одной сцене оркестр, хор и солистов. Вот эта команда – это такое величайшее событие для мировой общественности, для всего мира. Потому что то, что они сделали, то, как они развивались, росли и ни разу не повторялись при этом – это просто что-то чудесное и невообразимое. Оркестр, хор и солисты, впечатляющий видеоряд на экране, световые спецэффекты и хиты группы Queen – все это превратилось в увлекательное путешествие по творчеству одной из самых легендарных рок-групп мира. Ирина Антонова, Ул Правда ТВ.